Для гуцулов дерево было очень доступным материалом, и еще с древних времен они научились искусно его обрабатывать. Жители Карпат весьма хорошо разбирались в том, какая древесина для каких целей подходит. Из какой лучше строить, какая подходит для столярных изделий, какая для бандарных, какая для токарных. Какую древесину лучше использовать для резьбы. Неизвестно, какой бы была судьба гуцульской резьбы, если бы небольшой интерес к ней со стороны европейской интеллигенции. Начиная со середины 19 века, на фоне активной урбанизации, развития транспорта в европейских городах, ощущалась волна сентиментализма, романтизма. Много состоятельных туристов, представителей интеллигенции, художников приезжали сюда, в Карпаты. Это было одним из весомых факторов, который как раз и побудил гуцульских мастеров не только в резьбе, но и в других ремеслах совершенствоваться, придумывать более дорогое, более богатое убранство. Резное мастерство на Гуцульщине развелось всего в четырех местах. Это села Яворов, Речка, Брустары и городок Косов. Зарождение резьбы в Косове связывают с именем Василия Девдюка. Василий Девдюк и в прямом, и в переносном смысле основал Косовскую школу резьбы по дереву. У этого человека была очень интересная, нетипичная для крестьянина биография. Еще в 14-летнем возрасте Василий Девдюк стал бронзовым призером на выставке в Кракове, который тогда входил в состав Австро-Венгерской империи. Его изделия – это настоящая ювелирная работа по дереву. У нас в музее хранится необычайной красоты деревянная шкатулка, которую Василий Девдюк украсил в технике инкрустации бисером. Бисер гуцулы называли коралики или потерки. Мы хотели выяснить, какое же количество бисера было использовано для инкрустации этой шкатулки, и насчитали более 11 тысяч штук. Этот бисер весил, очевидно, не 1 килограмм. Часто орнамент этой шкатулки сравнивают с украинской вышивкой, потому что мы видим, что здесь нет резьбы, а применяется только инкрустация. Несомненно, основателем художественной резьбы на Гуцульщине считают Юрия Шкрибляка и его сыновей. С юных лет Юрий Шкрибляк очень интересовался оружием и пробовал изготавливать деревянные детали для пистолей. Именно Юрий Шкрибляк придумал много своего собственного инструмента, различные формы резца для выполнения резьбы. У нас есть маленький бочоночек для хранения крепких напитков. Очень оригинально украшенный подсвечник «Троица» – также авторство Юрия Шкрибляка. Авторство Юрия Шкрибляка.
сыны этого мастера. Сыновья этого мастера тоже оказали сильное влияние на развитие резьбарства на Гуцульщине. В частности, Василий Шкрибляк был приглашен преподавать в Выжницкую школу токарных столярных ремесел, резьбы по дереву и металлической орнаментовки. Где он преподавал с двумя не менее известными мастерами той эпохи, Василием Девдюком из Косова и Марком Мегеденюком из села Речка. Перед вами находится шкатулка известного мастера резьбы по дереву Марка Мегеденюка. Мастера, который был недооценен как в советское время, так и в наши дни. Это единственный мастер, который работал в таком стиле гуцульского модерна. Это изделие уникально, как и этот бочонок, представленный здесь. Таких вещей сохранилось очень мало. В коллекциях на сегодняшний день в Украине существует около 6 экземпляров этого мастера. Работы мастера были очень ценными и в тот период Австро-Венгрии. Это был конец 19-го, начало 20-го столетия. Такая же шкатулка была подарена Марком Мегеденюком, который посещал Рим вместе с кардиналом митрополитом Сильвестром Сембратовичем на 20-летие понтификата Папы Льва XIII. Марко Мегеденюк использовал такую технику, которая называется инкрустация бисером. Это очень трудоемкая техника, мало кто ею занимался. Собственно, одна из работ, которая была выполнена такой техникой, была подарена Марком Мегеденюком на 50-летие правления Франца Иосифа, которому из австрийской казны за изделие было выдано 30 золотых дукатов. К тому времени он мог купить 5,5 гектар земли, то есть этот мастер был не бедный. Это был один из самых дорогих мастеров за всю историю декоративно-прикладного искусства. На сегодняшний день это примерно 18-20 тысяч евро за одну работу. Я не думаю, что сегодня есть еще такие мастера, которые за такой продукт получили бы такую сумму. Он самостоятельно выучил языки. 4 языка знал в совершенстве. Умел читать, умел писать на 4 языках. Объездил практически всю Европу. Он был богатым человеком. На эти 30 золотых он мечтал создать машину, которая бы ездила без лошадей. История этой шкатулки оказывается очень проста. После того, как сюда пришла советская власть, эта шкатулка была конфискована и передана в музей. И до сих пор она хранится у нас в сейфе и очень редко кому показывается. Это уникальная вещь. Таких вещей больше нет. Еще подобная это есть шкатулка в Ватикане, в музее Папы. Он был очень дорогим мастером, он не делал для простых людей. И когда он умер, то адвокат, согласно условиям договора, похоронил его на Москалевском кладбище. Это самый лучший, самый большой памятник, который был на то время на Москалевском кладбище. На этом памятнике могильная доска. На могильной доске написано «Марко Мегеденюк, артист резьбы из Речки, 1840-1912 год». Была дана высшая оценка мастера – это артист резьбы. Идея, она у меня рождается, она мне не дает покоя. И у меня какая-то обязанность такая, как можно скорее воплотить эту идею в материале.
Потому что доска сама по себе ничего не несет. Закладываешь информацию, закладываешь туда душу, процессы, которые из доски делают художественную вещь. Все начинается с эскиза, то есть с мысли. Вынашиваешь, рождаешь, вымучиваешь. Вымучивается, как правило. Как правило, мысли стреляют в совершенно неподходящее время. То есть человек готовится, думает, он живет идеей, и затем в какой-то момент, условно говоря, ночью тебя накрыло, и ты увидел это все как вживую. Ты чувствуешь вибрацию от маленького орнамента. И у него такая сильная вибрация, что ты неделю делаешь какой-то свой элемент с глубокой резьбой, а у него нет ничего такого. Такие классные вещи часто делаются очень быстро. Она тебя прет. Малюем форму хрестика. Рисуем форму креста на бумаге. Делаем трафарет. Мы шлифуем. Мы шлифуем со всех сторон, выравниваем. Выравниваем. Потом наносим. Затем наносим рисунок. Первый инструмент – это фучок. Он практически основной. Сначала фучком наносим графику, а затем всеми инструментами делаем объем. Каждый крест имеет свой рисунок. Есть небесная часть, есть земная часть. Это семираменный крест, у него три перемычки. В середине размещается Иисус Христос. По бокам могут быть ангелы. Верхняя часть небесная. Там может быть какой-то орнаментальный мотив, что-то связанное с небесами, облака. Бог – Вседержитель, который находится выше Иисуса Христа. А внизу – земля и все земные атрибуты. Гуцулы знали секреты. Сейчас, может, не все знают. Сейчас никто и не спрашивает. Передавалось мастерство от отца к сыну, и секретами практически никто не делился. Это такая своеобразная монополия. Каждый хотел заниматься своим ремеслом. Тем более, что практически в каждом доме, если не резчик по дереву, то вышивальщица, то лыжникар, то пасанкарка. В каждом доме занимались ремеслом. Все это было такое очень корпоративное, закрытое. Секреты никто не рассказывает. У каждого мастера есть какие-то секреты.